Ой, как мы устали. Все потные пришли. И мы не можем на пляже долго лежать. Это не наше, мы все что-то ходим, где-то бродим. Все у нас активити какие-то. Вот сегодня бы полежать на пляже, мы ведь опять тут что только не обошли. О, сейчас с таким блаженством окунусь. Далее. Я не знаю, какую. Кого, можно в твоих штанах ходить? В каких моих штанах? А что, тут ямка? Там ямка? Да, очень жарко. Угу. Это вот так я делаю фотографии для заставок. Лена ржет, сидит. Вот так вот работа блогера, вот. Вот так сейчас еще и сфотографирую себя. Потом увидите на заставке эту фотку. Я пошла мыться. Душ и в бассейн. Потому что у меня вот эти мои, они где-то около 3 килограмм весят. Нет, смотри, тогда, именно Дима вот так. Тогда забиралась вот чемодан. Так, вот я одну ногу высну. Горячая, да, вода? Смотри, баба, да, хотелось бы похолоднее. Но тебе хорошо, тебе понравится. У меня прям аж на губы все, соленый пот скатывает. Я охраняла вещи, я думала, ты придешь, я охраняю, главное, сижу. А, смотрю, вы в бассейне плаваете, а я все их охраняю, да сижу. Да не, я просто вышла из душа и решила переплыть сюда к тебе, чтобы тебя отпустить. Ну, я и смотрю, с Юлей мирно беседует, плывут, а я охраняю, там все сижу. О погоде, да. Там так красиво, там все в золоте. Вон, надо вот там, говорю, потереть. Да, надо тереть там. Чтобы карму очистить. Пойдем сейчас потрем вот этот конг большущий. Я пошла в дальний, там ступню хочу посмотреть. Будды, ступню Будды. Это что за конвейер? Видите, тайцы молятся, поэтому побольше времени надо. А мы-то не молимся. Вот там они золото собирают. Лотос, что ли? Ой, ну красота, конечно, невероятная. Надо обувь-то снять. Ё-моё, забыла обувь-то снять. Видите тут, что делается? Золото прям падает на тебя, осыпает тебя. Сусальное золото везде валяется. Вот видите? Неля, обувь снимаем, Неля! Неля, обувь снимаем. А, это золото сусальное валяется. Ну вот это все золото. А вот это брать? Это... Очень красиво. Сейчас сначала пошлите посмотрим стопу, где колодец сделан. Иди, зайди. Что? Что? А, ты пешком поднялся? Быстро ты. Прокатились.
Игорь, ты ешь авокадо в Екатеринбурге? Нет. Почему? Ну, во-первых, у нас его надо ехать куда-то покупать. Это, наверное, либо... Либо в этот, Гринвич надо ехать, либо в Стокман. В обычных магазинах оно не продается. И если даже купишь, то, мне кажется, вряд ли оно такое вкусное, как вот здесь. Такое же сочное. Но... Я лучше какое-то местное возьму, ну, я не знаю, там, в сезон. Арбузы, дыни, вот такое. Да ты знаешь, я поняла, вот в России картошка какая вкусная, и жареная, и вареная, и пюре. Как мы ее любим, да? Что нам это авокадо, когда в России картошка? Вот она у меня нигде, ни в Америке не естся, ни в Таиланде. Мне неохота ее жарить. Конечно. Где мы там, да? Ну, под свой климат, своя еда. Да. То есть у нас более такая, она насыщенная. То есть жареная картошечка с молочком, да, с грибочками. Да, мясо. А авокадо это именно вот южное такое. Да. То есть я вот здесь покушал, я вообще здесь подсел на два фрукта. Это маракуйя, оно такое кисленькое, такое самое то. Антипохмельное такое. И второе, лангустин. А, лангустин? Да, внутри такое белое яичко такое с орешком. То есть ты там... А, коричневая она, да? Не коричневая, красная. Как ежик, поняла. Да, волохатенький такой. Вот, я, вот эти мне два фрукта понравились больше всего. Вот. И, кстати, мы когда фрукты привозим, сейчас, и из Таиланда в Россию, подскажи, ну, не такие. Вот эти мази все тоже привозили, палочки даже для массажа. Это ничего не делается так в других странах. На экскурсии-то нам говорили, попьете эти таблетки и типа будете красивые и здоровые. Мне кажется, если ты живешь на Урале, блин, тебе никакие таблетки не помогут. Тебе надо именно вот в этом климате существовать. Вот каждый день воздухом морским дышать. А это, ну так, не панацея, как сказать, больше, ну, на... Ну да. Типа, поверить, что это тебе поможет. Вот я взял этот гинкобилому для умственной активности и второе... Чистка организма. Чистка организма. Я сказала, что первые несколько дней будет так вонять. Для похудания, Все будет выходить из вас. Да. Потом отзывы скажешь, Игорь, напишешь отзывы. Заметить, я воняю, не очень умный, да? Что мне вам написать? Вот как есть, так и заметьте, как она классно говорит, что-то, ну, она вот как маркетинг, да, продает. Вот, если вы это пробьете, то дети у вас в школе будут хорошо учиться, потому что мозг будет работать, потребность, все классные дети. Конечно, нужно не просто так сказать, какая замечательная эта таблетка, а именно, что ты получишь после. Стройную фигуру пропьешь. Ну, конечно, для женщины это кожа, для мужчин это мужское здоровье. Для мам это дети, что они самые умные, самые красивые. Смотрите, с трубочкой происходит. Экологические трубочки, наешься их, короче. Света тут же сломалась. А сейчас там, кстати, металлические трубочки продают. Да? Сейчас хорошо, они бизнес сделаны. Многоразовые? Тебе понравился, Юля, кофе? Не очень. Мне тоже очень. Капучино мы берем всегда с соевым молоком. Мы в Америке всегда это. Да. Вот у нас в Екатеринбурге, мне кажется, же другое. Да? Обжарка туда. Ну вот видишь, в Америке вот это кофе тоже пьется в Старбаксах, они же там стоят день и ночь, его пьют постоянно. А в Нью-Йорке это тогда утро не начинается, если они бедрами выносят такие. Жили в районе афроамериканцев. В Италию приехала, там лапша, ну как бы тоже вот это ничего не пьется. Ну вот здесь еще я смотрю много под мате, то есть вот говорят в Аргентине, например. Они постоянно с этим мате с чаем ходят. А, ну понятно. То есть у них специально вот там продаются как бы такие стакашки железные с железными трубочками. И вот они его постоянно посасывают. На наше похоже, ну, зеленый чай. Ну да. Я вот тоже утро, например, я не проснусь без зеленого чая. Кофе мне не так. Что случилось? Зеленый чай, ты не веришь? Кусочка маленького сыра. С плесенью. С плесенью. А что, откуда у них деньги? Не, ну правда. Что, вы стояли? Откуда деньги-то у них? Не знаю. Нелли, наверное, она же не заработала. А ты думаешь, что я без бутылки пива не могу проснуться, что ли? А вот это ближе, если бы так сказала. Нет, я правда говорю. Единственное, что зеленый чай, в нем кофеина гораздо больше. Я думал, я как бы за здоровый образ жизни. А в чае кофеина гораздо больше, чем в кофе. Да? Поэтому... Это проверено, кстати. Поэтому я как бы... Я переписываю.
я решу иногда заняться тоже здоровьем и начинаю активно что-нибудь употреблять. Тут раз... Нет, прямо неделями начинала тогда пить зеленый чай, и потом я не поняла, почему мне плохо. А это вот я перенасыщение получила, и да, зеленого чая, его надо дозированно тоже. А я сейчас скажу, какой я в этом году подсела чай. Вообще, я ведь не любитель чая, у меня кофе. Но я себя приучила на работе пить вот две вот такие кружки чая в день. И я, короче, что сделала? Я беру фрукты, вообще яблоко, лимон, гранат, вообще обязательно гранат. Все это подготовлю, почищу, нарежу вот так вот кубиками. И потом вот прямо беру, знаете, ложки по 3, по 4, просто ложу вот в черный чай и размешиваю. И вот это вообще так вкусно. И вот именно гранат, он вообще дополняет такой хруст и вкус. Ой, вообще, я вот это вот, витамин как... тоже мне понравилось вот такое. Нет.